Всем привет! С вами снова Придонки. Вот сегодня первый выезд на мопеде, на скутерке. Надо одеть рукавицу, сейчас не сильно жарко. Сегодня обещали 12 градусов, чтобы было понятно примерно какая дата. Сегодня, насколько я помню, 28 число, 28 марта. Так, надо поправить зеркало. Это показывает куда-то вообще не пойми куда. Сегодня 28 марта. Мотор еще не провзялся никак. Я вообще ничего не делал, завел, короче. Вот тут работает как зря пока еще не просрался. Не проперделся. Вот рукавицы первый раз одеваю за время с того сезона. И будем потихонечку двигаться. Видите, он едет ни хрена. Сейчас он не хочет. Не предрестался. Это как в мультике падал прошлогодний снег. Да в жопу вас, объедете. Так, что-то в зеркала мы что-то видим, что-то не видим, хрен его знает. Еще очень пыльно. Но тем не менее мы едем куда-то там. Я, конечно, погрешился, на мне светлые портки. Так, зеркальцо. Во, вот так-то. Ну, мопед как-то начинает потихонечку ехать, кое-как. Ну, скажу так, ощущения дикие после зимы. Я за зиму только в гараж заходил раза три. Да и то там не по делу, может больше. Ну, сейчас еду на мопеде, я кайфую. Ай, кайфущик, Вася. Даже не знаю, о чем говорить. Просто еду, включился. 28 марта, ребят, 28 марта. Вообще, я должен был уже где-то там вот свою смену рулить на моторной лодке. Возить, перевозить, возможно, людей, возможно, но это не точно. Вот, и, кстати говоря, сейчас еду без аккумулятора, аккумулятор еще дома даже не приносил. Потому что, как я сказал, первый выезд. И, собственно говоря, все по кайфу. Диковато, конечно. Вот на мне сейчас одета вот эта парчушка, куртка. Под ней ничего нет, ни толстовок, ни хрена. Ну, то есть, сейчас здесь видно где-то в районе там, 10, может быть, 12 градусов. Солнышко светит, льдинка плывет, лягушка на льдинке. В общем, да. По кайфу. Солнышко, хорошо, тепло. Дом, который, видите, слева строится, он что-то уже начал, видите, обрастать кирпичом, обкладывает. Ну ладно, хорошо, хоть кирпичом, обкладывает не матом. У меня есть что делать в гараже. Там, заниматься всякими мотоциклами, мопедами. То есть, иными словами, по кайфу. Уже вчера видел, мимо меня спортбайки проносились, мимо окон. Я живу, получается, по сути, если разобраться, на трассе М2, которая проходит из Москвы в сторону Курска. И если, допустим, ехать из Москвы, да, то можно проехать по объездной вокруг Орла, а можно проехать через город. Так вот, если ехать через город, то трасса М2 проходит мимо окон. Ну и, скажем так, очень нарядно. Мимо меня пуляют всякие там эти, по ночам, днем, неважно, всякие вот эти спортбайки, там всякие вот эти разные, вся вот эта история. Очень сильно рычат, ну и всякие там тюнячные автомобили, всякие там марки носятся, заряженные там. Ну марки это не марки, которые лотерейные, не лотерейные, а для почты, а это Mark 2 там
всякие вот эти вот японские Toyota марк. У нас есть несколько таких машин в городе. И парни на них там вдувают с таким рыком, с визгом там, ну, в общем, все по полной. Ну, еще раз говорю, просто еду кайфово. Какая-то пылища, видите, тут. У кого-то сейчас образовался уже мототоксикоз, кто-то там мечтает сесть на какие-то там мотоциклы, там вдувать на все деньги. Кстати, сейчас опять уже видал с утра всяких парней на китайских мотоциклах, на питбайках, на всяких эндурах. То есть уже подоттаяли и выехали. Что касается меня, я много раз уже говорил, что для меня не было завершения сезона. Я ездил круглый год на мотоцикле. Даже вот на ту же работу, где сейчас работаю, да, я ездил на ЧЗ 250 по льду реки, накорячивал. И даже был такой случай. Не случай, а случай. Это я говорю как Васята, картингист. Говорит, еду шестым передачам, а говорит, был один случай. Еду шестым передачам, ну, типа, гонка на карте. Ну, и там еду, ну, и ладно, это отдельная история. Так вот, у меня. В 90-х годах я ездил на работу на ЧЗ, на кроссовом, на 250-ке. По льду. Лед был толстый, рыбаки мордастые. И все было хорошо, но одно маленькое но. По весне лед начал подтаивать. И я ехал с работы утром. Сменился, спустился на лед, на речку. Ну, ехал там, ну, довольно сильно, там, ну, километров 80, может, 90, может, больше, не знаю. Но у меня была серьезная привычка ездить на заднем колесе, как зря, что я и делал. И я увидел, в последний момент я, проезжая под мостом ЖД, увидел, что дикая промойна. Прямо под мостом конкретно. А там как мост ремонтировали, там его там приводили в порядок, в чувство. Этот мост, он имеет под собой глубину намного меньше, чем везде. И раз глубина меньше, то есть скорость течения больше, и лед промывает. И так было в этом случае. Везде еще лед сантиметров 20, ну, в среднем. А там промоина. Ну, в итоге я уже там тормозить бесполезно, потому что стоит сзади пятера питерская, 5 дюймов, впереди обычный баллон, не гоночный, ну, в смысле, не зимний. Ну, я просто на какой-то передаче там я был, поддергиваю сильно за руля, вздергиваю, выхватываю и вдуваю на все деньги. То есть переднее колесо немножко зависает в воздухе, и я, получается, еду по воде. Слышите, звуки сдает сигнал, потому что нет аккумулятора, не сигналит. В итоге я перелетел, ну там не знаю сколько метров, ну 5-7 метров, не знаю, ширина промоина. Переднее колесо переносит через воду, пролетел, а заднее начинает все-таки проваливаться. Оно не совсем нырнуло, а проваливается. И в итоге кончилось тем, что вылетаю на край льда задним колесом. Часть вот этой кромки заднее колесо ломает и добивается до того, что, значит, упирается в толстый край, и мне по жопу как дало со всего маху. Вот, по сраку. Подвеска сработала, все это, конечно, погасилось, но по сраку дало так, что я на переднем колесе ехал довольно долго. Причем ехать не собирался и не умел тогда ездить на переднем колесе. Ну сколько там, не знаю, ну метров 10-15 я продуплил на переднем. Там рыбака напугал до полусмерти, потому что он, наверное, всякие виды видел, но не такие. Вот. В общем, кончилось тем, что я нормально приехал, но запомнил, что и как. А потом были дела, когда под мостом валялся, под этим же мостом, курил Сузуки Хаябуса Лехи Яичкина. Она там целую неделю лежала, потому что провалился там же. И у нее по сей день на память остался брелок. Потому что когда достали мотоцикл, на нем были блесна, несколько штук. И вот на память у него остался вот этот вот
девайс, блесна. Ну, я приехал в кафе, надо, в первом в этом сезоне. Заход. Все. Ну, буду, ребят, полдникать. Моя трахома вон он стоит. Буду жраться. Заехал к Коляну. Вижу, вот на, стоит машинка знакомая. Это Макса СКБ-60. Вот на машину. Пригнал ее на ремонт. Маслосъемные колпаки менять. Сам делать не хочет. Был тут у Коляна в гостях. Ну, подпродал. Проклятые урановые рудники. Мать их. Видите, снег все еще лежит. Сейчас уже время 5 часа вечера. Уже начинает холодать. А как я говорил, на мне одет вот эта парчушка. Вот эта вот парчушка. И все. И под низом ничего нет. Ну, одна футболка голимая. Даже без начеса. И поэтому я... Тут недолго у Коляна пробыл, буквально там чуть-чуть. Сейчас будем ехать, там чуть 40, чуть больше 40, кому сейчас, потому что, чтобы не продуло. Ветер такой забывает, задувает. Кстати, едем на прошлогоднем бензине. Я ничего еще не наливал ни разу. Сейчас, может, по пути налью там пару литров свежего бензина 95-го. И, да. Вот, поворот на психобольницу, видите, вот он. У меня тут раз был такой случай. Я ехал к тестю. У меня еще была Жигуль пятерка. Лада новая. Это примерно год 95-й. Может быть 6-й. Лада новая 82-го года. Из Германии. Реэкспорт. Она еще такая стандартная. С зажиганием, с обычным кулачковым. В итоге еду и спустился там под горку. И что там, чихнуло, короче, машина заглохла. Я и туда-сюда, но я понимаю, что у меня сгорел конденсатор, а у меня с собой запасного нет. Думаю, где чего брать. Ну, в итоге я там добежал до гаражей. Да что ж такое, такие стыки. Твою мать. Добежал до гаражей, там, а у меня в машине сидит теща, сидит жена, молодая, красивая. У нее случился уже опороз, сын родился. Вот, все хорошо. Ну, побегал по гаражам мужиков каких-то там. Ребят, мне нужен кондюк, нету. Какой-то нашли мне там вообще не пойми чего. Я его прям преградил, прям машина завелась. Доехали до тестя. А тесть у меня постоянно лежал на дурдоме. Там, видели, было написано «психобольница». Вот, у него там что-то случилось. Ну, все нормально, адекватно. Просто нужно было раз там в полгода хотя бы, раз в год хотя бы полежать, отдохнуть. Кстати, местность, где находится больница, называется Кишкинка. Кишкинка, ну, это у нас синоним дурки в Орловской области. Синоним. Ну, или аналог. Кто в Орловской области, они знают, что Кишкинка – это дурдом, дурка, психобольница. Фу, сука. Запулил скотина. Ну я к чему? Кишкинка — это вот фамилия Кишкин. Граф Кишкин обосновал вот этот дурдом. И, собственно говоря, вот с того пошло. И мой тесть тут лежал частенько. То 17-е деление, то 19-е, ну неважно. И мы к нему регулярно ездили с женой. Ну, как он попадал сюда, но кто поедет еще. Ну, я там регулярно попадал в гости. Приезжаю там,
Петрович там весь там на блатоте рулит этими местными типами, там ему там чефир таскают. Некоторые у него отжимали нефиля из чефира, которые бодели эти уже заваренные. Некоторые, по рассказам Петровича, этих нефилей понажрутся, ну это опилки из чая. И потом ему хоть прокакаться какое-то время, там хоть ёршиком выковыриваете. Ну вы знаете, что там, коричневую пасту. Я вот помню, приеду, значит, есть там из банки или с кружки лакает этот чефир, говорит, не хочешь? Я не хочу, чтобы мне пробило на ходуна и вообще. Ну в итоге стоит там один, другой, Петрович, дай нам нефилей, да, оставь нам нефилей. Ну Петрович, добрая душа, конечно. Ну я могу про это рассказывать часами. Очень не люблю камеру Sony, вот, которая у меня старая древняя камера, AS-15. Меня бесит, что кнопка включения настолько бестолковая. В рукавицах непонятно. Включилась, не включилась, вот приходится по несколько раз тыкать, чтобы понять, она да, не да, там, да, алло, не алло, вот эта вся история. Так, мы не полезем в дырку. Тут места мало. Короче, в клубе мотоцикл завел. В субботу тренировка. Я поехал на тренировку, на прям первую. И я там как дал мимо кассы. У меня аж на шлеме козырек оторвался. Мне выдали кирзовые сапоги. Какие там к черту мотобота. Каску какую-то рижскую, шлем. Я там под спуск как дал, там голова жопа. Что ты хуй плетешься? Что хоть за говно такое? Че, дымы пускает? Это вообще какой-то позор. Какой-то вообще сидит валенок за рулем. Просто дичь. Как так можно хоть? У меня слов нет. Вообще остановился почти. Что за люди? Нет у меня слов. Ну видите, вот парень разгоняется нормально, вопросов нет. Я, допустим, могу понять еще, когда вот я сейчас ругаюсь, еду, чуть не матом. Я могу понять, когда человек залипает в телефоне, могу понять. То есть, ну, хоть что-то, какое-то занятие. А тут какой-то едет, даже не знаю, как обозвать его, товарищ едет, он ни в чем не залипает, он просто умер за рулем. Вот он в очках сидит, он относительно молодой, он на вид ему там до 50 лет. И вот сидит, глаза свои стеклянные, вот еле ползет, вцепился в руль. И руками, и ногами вот он еле-еле ползет. Что за говно? Не знаю даже, что по этому поводу еще сказать. Ну, мы сейчас подмигающий зеленый сквозанем. Сквозанули. Немного вообще, много чего в последнее время бесит. Ну, ничего не поделаешь. Так устроен мир, как говорит Тимофей Баженов. Поэтому приходится терпеть то и это, и вот это. И вот зачем-то я должен был заехать куда-то в советском районе, куда-то, а куда забыл. И Сан Иванович Марочкин, это называется саркопения старческая. Правда, я не знаю, что это такое. И он ни к селу, ни к городу, саркопения. И я теперь к месту, не к месту, ругаюсь. Саркопения. Что это такое, что за дерьмо, я не знаю. В общем, я сейчас уже почти приехал назад. Ну, в смысле, в Придоне. И сейчас я, наверное, буду спешиваться. Сильно не разгоняюсь, боюсь простыть. И так тут ветер, слышно, как свистит. Навстречу, там, то в спину. Ну, холодно, конечно, еще. Ну, как холодно, около 12 градусов. Вроде не морозно сильно, но в то же время как-то не очень сладко. Мы сейчас с вами сейчас сквозанем налево вот здесь вот. Вот тут-то, вот-то. Чтобы там его дабы, чтобы. Угу. Ребят, ну что, на этом все.
на сегодня. Это был первый выезд в этом году. Я много наговорил лишнего, наболтал там того-сего. Не, никаких, конечно, там тайн не выдавал, никаких вообще. Просто прокатились с вами. Первое видео, это типа сказки из шлема, из сказки. Собственно, почти все, я приехал. Всем пока, берегите себя. Удачного начала сезона, не падайте.